сегодня на пункте раздачи «Пища жизни» в прифронтовом районе Донецка. Мы хотели пообщаться с людьми, расспросить о прошлом, о выборе в жизни и назвать этот материал «Машина времени». А приехали на точку раздачи, и материал тоже будет называться «Машина времени», но сегодня мы можем вернуться и почувствовать, каково было в 2014, в 2017, а сейчас вот март 2021 года, и давайте просто снимать, смотреть и слушать, что происходит. Спросить можно, как настроение у вас? Ужасно. Какое там настроение? Вы что, не слышите, да, какое настроение может быть? А что происходит? Обстрел. Сегодня не скучно, матушка? А вот, слышали? Слышали. А внук стоит в подъезде. Да. Что? Внук стоит в подъезде. Кто стоит? Внук 9 лет. Со школы шел, 63-й школы. Говорит, бабушка, я к тебе зашел. Сволочи, когда же они перестанут? Так он у вас прятался в подъезде, да? Да. Потому что стреляют жестко. А сейчас вы не слышали? Да слышал. Жутко. А в среду? Вообще, сил нету. Что им надо от нас? Ну, пластмасса уже. Ну, будьте здоровы, тетя. Открылась форточка, 5 часов как начали бомбить. И лопнуло вот так стекло. Ровно в 5 часов они начали. Как по графику, начинают с 5 часов. А сегодня так вообще. Ну, настроение хорошее. Задавайте следующий вопрос, пожалуйста. Как вы оцениваете, как вам вообще на холоде минус 15 готовить кашу? Ну, холодно, неудобно, не хочется. Хочется быть в тепле, сидеть и ничего не делать. А почему же, когда вы выходите на служение? Потому что я знаю, что великие авторитеты сказали, что это гораздо лучше, это принесет больше пользы. Причем больше пользы не только себе, а другим. И в этом истинная суть – помогать другим. Когда помогаешь другим, сам, ну, в процессе будешь тоже ощущать истинное счастье, к чему стремится каждый человек. Поэтому я желаю всем людям, которые, ну, может, ленятся или еще что-то, ну, делать добро другим. И тогда вы тоже будете ощущать истинное добро, счастье. Будьте счастливы. В годы войны, я помню, в 2014, когда мы начали людям оказывать помощь и ездили в Иловайск и Коммунар. Не поймите меня неправильно, но вот когда был полный хаос, творится не пойми что, а волонтеры пригласили меня заниматься этой благотворительной деятельностью, я не был доволен, но я был настолько удовлетворен, настолько погружен в эту деятельность, с утра до вечера занят. И это было ощущение, что моя жизнь имеет смысл. И это большое счастье, понимать, что ты нужен этому миру и людям. Это счастье, конечно, с привкусом большой беды, но в больших трудностях и испытаниях мы становимся действительно лучше. А это ли не счастье? В поселке Коммунария после боевых действий мы приехали раздавать кашу. И после окончания раздачи я выносил бачки и увидел стариков. Они, ну, больные уже люди, поэтому долго шли, и поэтому опоздали на получение каши. Я спросил, почему тогда их дети не приходят? Они ответили, что дети все разъехались, им помогать просто некому. И эта история меня очень сильно зацепила.